В Беларуси сохраняются неблагоприятные погодные условия. Сегодня утром Брест накрыл ледяной дождь. В результате дороги и тротуары превратились в сплошной каток. Уже в первые часы работы станция скорой медицинской помощи приняла около полусотни вызовов. Брестский автовокзал отменил 20 рейсов, в том числе международные и пригородные. Особенно непростая ситуация была на дорогах в сельской местности. Как только проезжую часть привели в порядок, транспорт вышел на маршруты.